Год назад наш мир столкнулся с беспрецедентной угрозой, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19. 2 человека из 100 при встрече с ковидом умирают. Вакцинирование – единственный эффективный способ защитить себя и своих близких от коварного вируса и его последствий. В настоящее время в Магнитогорске есть все условия для вакцинации. В целях более эффективного применения вакцины руководством МММК было принято решение о проведении комплексного анализа готовности работников к вакцинации, в том числе тестирования на наличие антител. Для проведения тестирования организована сдача анализов в 17 здравпунктах, расположенных по всей территории МММК. Также для удобства работников реализована возможность записи на проведение комплексного анализа и вакцинации через мобильное приложение «Мой МММК». Используя мобильное приложение, вы можете записаться на удобное для вас время и выбрать место проведения процедур. Каждому из нас необходимо принять решение – вакцинироваться или оставаться в зоне риска с перспективой пополнить печальную статистику. Выбор очевиден. Не откладывайте решение. Вакцинируйтесь, защитите себя и своих близких и будьте здоровы!